молодец, Зана. Так, надо звук потише сделать лучше. А Дима там как хорошо сидит? Или капризит? Да, Диму нахуй посылаю. Заебал этот Дима. Да, но он потому такой злой, что у него велосипеда нет. Да-да-да, отняли у него игрушку. А если бы у него это... велосипед был, он побрез там в печке. Так, нет. Звук. Настраиваемся, да? Да. Сейчас я звук потише делаю. Смотри, не забудь. Цвет, строки игры. Прицел. Центр! Аж вот не центр, что ли? Классический центр. Локатор напарников. Пропустить обучение. Так, эффекты. Управление нужно поменьше. Кстати, босс... стоит и перенастроить управление. Я поиграл так чуть-чуть. Про да. Обучение. Да. На пробел поставить перекувырок там. Что на пробел вообще ничего не стоит. И удар какой-то стоит ногой, по-моему. Ну, я думаю, это может быть походу сделать, перенастроить. Настроить так управление. Цельная стрельба в полный. Зарядка. Огонь. Альтернативная ячейка лево. А прыгать тут есть? Нет. Прыгать, что ли? Слишком лохи, чтобы прыгать. Жука в невесомости. Вот альт. Ебать, они удобно стоят. А вы альт. Бать. А вот я бил альтернативный режим. Shift бег, прыжок с кувырком, Ctrl. Ладно, если что потом поправили, не знаю. Сейчас понаковыряю. Да, графа, че у нас такая маленькая? Да. Вася. Удар, мышь, айди. О, блять. Включить полный экран высочайшее. Окей. О. Другое дело. Так, ну я готов. Подожди, еще не настроил. Готова я. Я готова, готова. Прикинь, на форуме Гохи там типа писали, значит, новость вывесили, что типа чувак из Контры, там какой-то руководитель или кто-то, типа Counter-Strike там что-то делает какую-то версию, да? Вот, пропиздился, что типа Valve все-таки делает Half-Life 3 и этот самый, и как его называется, блядь? Блять. Позанято пиздец. Ну, это самое. Про зомби и забыл. А, Left 4 Dead 3. Вот. Типа делают они все-таки Half-Life. Я думаю, да, да. И там чуваки реально пишут. Они это делают, но сейчас, пока не выпустят, все устареет, потому что они делали. И все их опустят. Поэтому им смысла делать вообще нет никакого. Либо им NetsGen делать, либо. Вообще нихуя не делать. Ибо опустят по-любому эти хайплай. И я такой пишу чуваку. Точнее, просто пишу там на форуме, типа. Заебись, если это самое. Сделают и типа с кооперативным режимом, как типа второй хайплай. С кооперативным, типа, пиздато поиграть. Было. Такой чувак пишет, что-то я не понимаю, откуда там уже кооперативный режим. Типа, на меня хотел наехать, что я типа пизжу. Я ему хуяк видосы. Держи, блять, тюня. Вообще ржачно. Ну что ты там? Коп режим. Быстрая игра, смотрите, людей создать частную, создать общую, создать частную. Это частная. Не понял я, что ты сейчас. Продолжить историю с самого последнего законченного момента сюжета.
Короче, создавай. На последней сложности. Главу самую первую, наверное, типа там есть. Не, на невозможном? Ты уверен? Мы с тобой по хардкорчику, блядь, играемся. Давай, ладно. С возрождением, без возрождения. С возрождением. Глава. Предыстория. Пригласить друзей. А как пригласить? Пригласить в игру. О! Игры друзей. Посмотрите, приглашение выслал в этом Origin. По идее F1 там или что там. А, Shift F1, по-моему. Получил? А, о, клиент Малрад. А, сука. Двоится этот самый. А? По мне не двоится. По мне двоится. А как отключить тут этот самый звук? В Origin. Не знаю, настройку знаю. Смотри. Реально двоится. Посмотри на настройку. Все понятно, это звук удобно включить, отключить. Так. Нахуй он нужен? Да. А, типа от тебя, чтобы звук типа шел, клиент, понятно. А у меня хост, типа. Все понятно. Так. Еще начать игру? Ты понимаешь, да? Когда вынимаешь. Шутка. Шутка юмора, блядь. Пошла заставочка. Electronic Arts представляет. Блядь. Половина на английском, половина на русском. Заебись ты. Electronic Arts не переводится никак. Ну по-русски написали. Electronic. Приключения электроника. Рыжего уёбка. Искусство электроника. Часть третья. Приключения электроника, часть третья. Мёртвый этот, Space, короче. Мёртвый космос. 18 июля 2016, вот нихуя себе. Это Алёша. Это ты, походу. А я бородатый. Не, надо до речи к ней погромче делать. Do you read me, сука? По-моему, если бы он снял в такой мороз, он уже, не знаю, башка отмерзла бы у него. Он круг. Мистер Стальное ебло. А у тебя субтитры есть? Да. Я же сказал тебе включить. Ебаный стык, я забыл. Так, не слышишь батю. Не слышно было. Включи сейчас. Так, звук сейчас, мой голос увеличим. Музончик потише. Эффекты. Ставим субтитры. Вот они. Включить. О, заебись, включается. Ну чё, понеслась? Да. А куда идти-то? На Б нажмите, написано. Сынок, куда пошел стоять? Где я тебя не вижу? Да, все в тумане. А у меня патрон нету. Мы с тобой солдаты. Кайфман. Или как там его? Еврей ебаный какой-то. Жиденок. Минутка поликторетная. Holy shit! Holy shit! А чё патрон нету? Зажали. Hey Doc, we found it! Good! Can you get inside? It's all sealed up! Look around! There must be a way! Red bullets. Now we can kill each other before we freeze to death. Maybe we can shoot our way.
Медведь Топотун. А кто патроны взял? А вон. Стрельни в нее, ё-моё. Ебаный стыд. И потом жалко. Ой, мужик, а ты кто такой? Вот, а фейк пригодится. Ой, ёптыть. Это местные, местные! Леня, ну что хуярит? Я чувака убил, он внизу лежит такой, и мне по ногам хуярит. Они вообще живучие, пиздец, у них, короче, в голову и в тело нет смысла стрелять. Их надо это решить, короче, конечности, когда они умирают. Чтобы они двигаться не могли. Ебануться. Патроны подбирают. Видишь, без башки ползет. Вот он меня так и пиздил. Руку ему отсекай, чтобы он двигаться не мог. Чё со мной сделали? Меня покоцали? Тебя убили. Меня убили. Ебать. А где жизни показывать, что-то не понял. Сзади на спине у тебя. Ты что, до Space никогда не играл, что ли? Нет, конечно. А вот на спине у тебя сзади шкала на костюме, короче. Охуеть. А как тут лечиться? На Q, но у нас нет аптечек, походу. А, мы же по хардкору играем. А тут их так и не было, и не на хардкоре тоже. Подходи ко второй. Вдвоем можно пройти. О, господи! Что творится? Падаю, Кэп! Правильно, к заднице. Крики, голову у тебя хуета пролетает. Ты сильно не торопись. Охуеть. Что творится? Что творится? Бежок, смотри, попасть. Сразу дает просраться, да? Тук-тук-тук. Ну ничего, мы дадим просраться этим некроморфам за всю хуйню. Соснут они отцовского. Опа. Весело живут, я смотрю. Мужик, ты зачем сам себя повесил? А ну-ка спускайся. Объясни тут, чё почём. Какие нынче расклады? General Mahad, sir. Where's Dr. Serrano? Earl Serrano, always the optimist.
Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control! And now, for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right. Выполнить должен свой долг, солдат. You love the Earth, son. Your mom and dad. Yes, sir, of course. Good. Glad to hear that. Нихуя себе! Game over. Ирон. Поиграли. Все, можно удалять игру. Главного героя убить в самом начале, это вообще огонь. И с собой покончить. По-моему, он маньяк. Это просто не главный. Солдат какой-то обычный. А, я думал, главный герой. Здесь главный герой Айзек Кларк. Такой, блядь, инженер. Первый, за него играл, блядь. А это просто хуйланы какие-то были. Brothers and sisters, the age of man is at an end. We have become too many, too little to go around. Corporations that we once. Playback, message 34. Isaac, I know you're there. Isaac. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. I have to. Боба кинул Айзека. Чёртовы тёлки! Все беды нас от них. Все бабы ведьми. Ведьмы. А те, которые страшнее, точно ведьмы. Кто стучится в дверь мою? US Clark, get the fuck off me! Answer me! Отвечай! Tim! Who the hell are you? Lift him up! Up! I don't have a lot of time for all of this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government... Дерьмо не было в моей части. Which is why we're here. Got a job for you. No. No! Спасибо. I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her. She told us to find you. Ellie. Where is she? What'd you do to her? Where is she? Hey. Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them. Captain, run out of time. Gotta go. She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Okay. Вот так, взяли за жопу мужика. Думал, будешь на нас работать со мной. А он такой, нет, я не хочу. Он сказал, мы твою бабу, блядь, того-того. Он ну вот. Вообще дырки ее задублят. Ебать, я вот за этого красного мужика играющего. Да? Да, ебать. Я тоже, походу. Слышь ты, лошина! А я вообще за кого играю? А ну давай этого того. Работать, негр. А, я за Айзека. Ты у нас главный герой, а я то этот. Вот тут можно смотреть, тут что-то воспроизвести можно. Абонент недоступен, либо вне зоны 10. Ну цени тут, блядь, сральник какой-то, блядь. Да. Заебись, они живут, я смотрю. Сразу видно, элита, блядь. Да, блядь. Ну тут типа антиутопия, упадок человечества, короче, какая-то секта, типа, блядь, пришла к власти. И хочет вообще весь мир уничтожить, нахуй. Секта нацисты, сатанисты. Ау. Ну мусор прям в доме лежит. Ебануться. Вот тут кто-то лает. Че, отворяем? Ебачка. Не-не-не, не открывается. Ебать она, блядь, лает нахуй. Ты слышишь? Да-да-да, войны хочет, падла. Крылышки мои! О, автоматы! А газировку можно? Че, нельзя.
Опа. Это типа улица? Аптека, улица, фонарь. Лень на небе. Who the hell are you guys? Earthgov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. Last battalion, what do you mean? Last means last, genius, as in no more left. Looks clear. Как это они вас так перебили? Вы были не очень, я считаю. Какой же вы батальон, если вам жопу надрали? Ух ты! Их стрельнут там. Двигайся направо. Направо двигайся, машины мне говорят. Я ебать. Надо было не слушать, а убивать тех. Ну там типа тачку тебя подогнали на стол. А, блядь, стреляют! Стреляй в них! Слезаешь? Ебать, они нахуй куда тут пройти. Че он такой бессмертный, блять? Голову стреляю, они в эти костюмы бронированы. Аптечки на вкус разве есть. Была одна. Старайся хп не терять. Аккуратно. Ушел нах. Собирай на земле всякое валяется. Ты собираешь? Да. Война, сынок. Мы попали прямиком на войну. Так, куда нам идти? Понятно. А, вот лестница. А, на лестнице. Так, тут больше ничего нет. Блять, нельзя лезть, пока ты лезешь. А побыстрее можно? Какая-то халупа. План? Convergence? Yeah, Ellie thinks you can stop it. So now she's missing and they followed you here? Yes, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Так, ты взял там, я там сломал чемодан. Где? Там в углу лежал. Нет, сейчас. Я тоже, кстати, в углу поломал. Я стоял вот тут. Вот тут где можно открывать на стену. Вот они, на стенах. Можно открывать, возьми здесь. Ага. Надо, чтобы мы вместе ходили, короче. Все, а, облутали. Твой чемодан. О, я отхилился. О, игра сохранена. Бабу застрелили. Ты увидела этого человека? Нет. Поствовала его. Бутербродик. С, когда у вас. Бомжатник какой-то. Ля-ля-ля, его пихаю. В угол его нахуй. В мусор его. Мусора в мусор. Ёптать. Машина задавила, бля. Щет. The freeway. Unmanned transports. They don't stop for anything. What about our stasis unit? We can slow the traffic and get across. Стрелять, стой, машина. Тебе надо учиться, ты не играл в это. А стазис это что такое? Типа время замедляет одно предмета на цель, видишь? Ааа.
Ебать, я устроил. Короче, в любого человека так стреляешь, короче, и он замедляет. Вот он что-то валяется. Ой, спанул. Артефакт какой-то нашел. Ну ты молодец. Так, лесенка. Ух ты, блядь! Прикрой меня, блядь, я ползу! Где он? Это солдат. Не стреляй, походу по ним не надо стрелять. Патрон тратить на этих уёбков. Так, тут это была ящик. Где? Да всё, я уже сломал его. О! Это подзарядка для стазиса. Стазис это утро там с ХП, у тебя вещь такая хуета, короче, маленькая. Вижу. Она тоже кончается. Что ты на чувака стазис положил, видишь? Теперь его колбасит. Обана. Ебать, что тут было? Мясо, мясо. Кровавая баня. А ножичек забрать можно? Чувака пошпиндовили. Это их как сектанты покрошили, что ли, блядь? Ну это несерьезно, блядь, такие несерьезные войны. This isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. Oh, noted. But why top of the government? Why Earth government? Danik blames them for experimenting with the markers. Thinks it's heresy. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. As promised, by the Prophet Michael Walker, the Black Marker has a plan. For all of you. Считаешь, что там пиздец этот дебилой? Оно у меня уже исчезло. Он про судный день рассказывает. Типа, мы все умрем, короче. Мы должны все умереть, чтобы возродиться в новом теле. А чё, куда идти-то? Ну иди сюда, просто, где-то. Мужичок такой, блядь. Проапдейченный, блядь, Ванька, нахуй. Ты муса! Поехали, сейчас я ему устрою судный день. Во всех местах интересных. Готовимся к бою. Подальше дойду. Ой. Заморозил дверь. Тем мы не выйдем. Ебать. Заебись, он сразу вышел, получил пулю. Дебилы, да? Я понимаю, почему они проиграли, короче. Пиздец, блядь. Я бы их всех положил. Демон плохо. О, этого нашего убили, который нас вел. Он там какой-то был. Такой шуб еще. There's something I'd like you to see. There. Чё ты не хочешь показать? See that? It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. What do you want from me? As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No. No. You kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Начало. Нет, непонятно, они всякие типа прикрепляют к телу там, типа, блядь, ХП показывают. А круче очков ничего не придумали, что ли? Там суть в чем, когда типа его освобождаешь, так били, типа, все превращаются вообще в ксеноморфы, таких ебано. Или как некроморфы, блядь. То есть вообще все как бы люди. В радиусе поражения. Ебануться. Это здесь город, блядь, ебаный андедов станет, короче. О, себе маску сняли.
Шлем. Да, весело не живу, конечно. Ой, это как все, кто встает? Ну они типа все типа теперь заражены. Че нам делать в этих? Че? Ждать, пока не пробьются. Сейчас забываю. В принципе, неплохо. А у тебя две аптечки или от... А, блядь, щит! Не заезжайся! Одна аптечка. Ебать! Блядь, он меня все равно задел. Один раз цепанулся. Хардкорчик, блядь. Надо перепрыгивать. Да я от него как раз прыгал, он меня хвостом пахнул. А потом поворачивайся к нему спиной и шифтовать от него вот так вот. А у тебя здесь две аптечки? Не знаю. Да, я все подобрал. Это разные стороны, да, это? Я могу вообще все пить. Ну мы, у нас же у каждого свое получается. Надо понять, как это типа. Он, мне еще какой-то стол. А, у этот, типа этот плазменный резак есть. Где какой? На этот, на скролл покрути, там мне еще не пистолет. А, ну я знаю, да. Че ты делаешь? Все в красном тумане. О, я нашел чемодан. С тобой. Чемодан. Так, на инвентарь нажми. О, еще один. 17 патронов и дохуя аптечек. Интересно, а как выйти, блять, отсюда? Из инвентаря? Да. Ну на тап. Тап. Бэй. У тебя дохуя аптечек? А как они отображаются? Как бы тебя полечить, я не знаю. Да я вам мало. Инвентарь. А, во. Написано. Как-то батарея. Маленькая аптечка, аптечка. Штук 5 их. У меня на штук 20, блядь. Да? Ну, по не, у меня. Так. Я успевать бы хуй юзать. Блять, после боя юзать надо. Вот, ты как нормальные люди прицепили к пистолету фонарик, да? Не то, что в доме. Так, аккуратно, тут трупы на земле лежат, я, бля, буду, они подниматься будут. Вот этот уебок меня смущает, у него две дубинки, блядь. Ага. Аба! Уходи. Хоть две обоймы садил в него. Они живучие, вот эти скафандры, солдаты. Которые насосали, блядь, за родину нахуй. Сосали? Ну как это назвать, какие-то, блядь, сектанты пришли, их разъебали всех, чтоб, блядь. Вот еще лежит. Поднимаем? Стрельни его, проверь, живой, не. Не, не живой. Он, если ты стрельнешь, он дернется, короче. Начнет тебя атаки, блядь. Вот он. Два поднялось. Блять, уходим, блядь. Ты постол, сука, блядь, сзади, блядь. Внизу, блядь, я застрял. Хуйня. Ебать, живучие твари. Бля, мне уже места не хватает на аптечке. Реально, блядь. Ладно, похуй. Так, подожди, я инвентарь включу.
заходи пока никуда. Мне надо поменеджить инвентарь свой. Блять, как его поменеджить-то, ёпты? А, о. Ху, изменение управления, что-то бросить. А ты можешь подобрать? Да. А, можно дать. Дать. О. Нет, лучше бы я СБС, а у меня полечено. Так, я тебе надавал аптечек, мне даже ачивку дали. Теперь я подберу большие аптечки на два. Набрал тебе, да? Угу. У тебя полная? Сейчас. Нет, еще слоты есть. Сколько? Ну, сейчас я потом еще передам. Еще 10 слотов. Так, дальше чистим, короче, трупы проверяем. Аккуратно. Вот здесь ящик. Еще патроны. А что, только не влезать? Обойма инвентарь пол. А, инвентарь пол. Ну выкинь. А, эти тени не активны. Если что-то лишнее есть, мне отдай. Ничего, да, аптеки. Одну аптеку не отдай, просто все одно. Что у меня сам почти пол. Да, да, я ее сожрал. А, ну окей, ты сожрал. Куда жри, если что-то. Все полно. Ладно, идем. Лифт, иди сюда. Ёжели с меня сбросили в лифт зайти. Вылезут падлы. Ебать у меня лицо лень, кровище. Fuck! Мазафака. And how are we supposed to do that? Figure it out. I'll see you on the tracks. Потом можно будет пушки, короче, делать всякие интересные. На станки. Пока тут только, блядь. Там ударёт. Чё нету? Так, я подобрал артефакт. Надо будет почитать, подобрать. Аккуратно зачищаем. Ящики вижу. А, вижу ящик. Блин, баба, вижу. О, большая средняя аптечка, надо сейчас будет выкинуть одну. Патрончики. Патрончики сюда в тему. Так, иди прикрой здесь дверь. Сейчас, погоди, аптечку выкину. И подниму побольше. А как это стоит? Весело, да, у них там происходит, это не крики, блядь. Ты же понимаешь, что это все люди орут, короче. Чисто. Офигеть. А вон лежит. Да. Интересно, куда ты заряжаешь? Блять, сука, напугал! Мразота, блять, шоколадная. Вообще лежит. Средняя аптечка, о, надо еще выкинуть. Я уже мелкие аптечки выкидываю. Скорость света, вот ведь прыгна, блядь. У меня нету места больше, так что можешь не париться. Патроны в магазине игрушки, майк. Подожди, походу нам сюда, давай в ту сторону смотрим. А, обратно нельзя, блядь. А, не, иди сюда, ты можешь открыть дверь, я не могу. Кто у нас главный, блядь, открывать дверей? Опа! А, закрылась. А тут что такое? А как перелезть? Да можно, там вон что-то есть. Патроны лежат. А их можешь так взять, я их так взял. Да? А. Окей. А это работает, нет? Yeah. Не. Вот тут. Че ты кашляешь, братан? Я не знаю. Першит. Бля, куда чувак делся? А, блять, опять. Ты его поломал. Заебал он просто. Предельно аккуратно. А этот обелиски одних монстров превращает, а других, блядь, я вообще просто смотрю.
Блять, беги! Уходи, уходи, уходи. Двоих положил, чувак. Ухожу, ухожу, ухожу. А, блядь, задит. Кто меня убил? Кто меня убил? Сзади, сзади, чувак был. А как ты рисаешь? На Е. Сейчас подойду. Блядь. Не рисай, убивай. Втыкаем ноги, потом руки. Ай, бля, бля. Блять, кончились патроны на все. Я умер. Ага, это еще в Риме есть. Ебать. Я хуй знает, как он меня достал, она такая длинная. А у меня вообще патроны на все кончились, прикинь. Надо юзать более экономичное оружие. Так, аккуратненько. Сразу, блять, надо. Есть. Есть. Поломал, блять. Поломал. Ты живой? Да, живой. Блять, блять, блять! Ааа! Вот, нужно свалить куда-то в угол. Ай, блять, зачем? Ой, блять, меня убил. И я в угол зашел. Он кидается какой-то хуйней, прикинь. Да? Да. Я стоял вообще от него на километр. Он взял, кинулся. Надо их замораживать. А, кстати, да. Чем он? Вот этих можно обыкновенных солдат квестами носить, а этих морозить. Вот он лезет. Я почти. Чувак, морозь, морозь, морозь. Есть. Блять. Блин, это такое неудобно, блядь. Блять, у меня патроны кончаются, где еще взять? Убирай, блядь. Убирай. Ой, тебя, блядь. Вот, блядь, он ползает, чёрт. А, сука, сзади, блядь. Блядь, надо в угол сюда, блядь, уйти. На, блядь! Сынок, ёпта! Есть! Блядь, ты ещё стрелять будешь в меня, блядь! Так опасно, пизда, вы ещё стрелять будешь! Вон он, блядь! Давай, давай, я сваливал! Нормально, она топ! Фу, блядь! Пистолет поэкономичнее, короче. Автомат очень жидко. Да, я с него обойму только успеваю выпускать. Надо, блядь, пистолет стреляешь, вообще. Так, где все подобрал. Мерзкие твари. Пойди там кувыркался, как это. Ну, на побел было бы заебись по кувыркаться. Блять. Да, тут больше одного, это уже проблема. Ух ты, блять! Уходим, уходим! Я
я ему сбил ногу. По-моему, он сейчас сдох. Варяем. В процессе. Блять, ебаные лифты. Замкнутые помещения. Всегда надо здесь попасть. Как тут биться, вот, например, спрыгнешь за один, блядь. Ебаный в рот, большая дерево. Чья-то рука. Поезда какие-то, блядь. We can get one of these spare trains working again. Look around for the engine. Oh, man, we don't have time for shit. Train assembly incomplete. Здесь надо головоломку решить, как я понимаю. А еще кинезис добавили, типа, блять, управление предметами, такая пушка. Так. Адик, на... кинезис. На F он написан. А я нажимаю на F, у меня ничего нет. Ну, он, типа, наверное, определенный предмет. А-а-а, прицелиться. Нам нужно поезд себе собрать. А-а-а. Ой, не открытые эти, как у шкафчики. Его, типа, тянуть надо. Нет, нет, вверх. Так, а вот это? Не пойдем. Эту нахуй выкинем. Ой, блять. Больше возьмем. Пригодится. Собрали поезд. Че теперь? Дальше что? Пакуемся. Ой. А вот это что за хуйня? Я так понимаю, блядь, силовая установка для него. А ты нажимал, чтобы она повернулась, или она сама-сама? Она сама. Нельзя так. А, я понял. Кажется, я понял. А, его нужно отодвинуть. Да, его надо убрать. Двигай его туда. На пути. А вот эти вот что-то вот. Да, эти можете помочь? А я не могу это двигать, потому что. Че там хуя работает, я не понимаю. Ты не пробуй, подожди, я дай пробую. А, вот сейчас надо вторую поставить. Чего тянется? Ну правильно тянешь надо. Но, блядь, немножко. Плюс-минус, логично. Блядь, нас забыли. И что нам делать? Приготовьтесь к подхвату. Сейчас я что, они тут лезь, блядь. Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now. Ждите. Where was she last seen? Is there a chance she's alive? We were at the keyhole station. She shocked out to some secret coordinates she found. And we lost contact. Man, she's got great memory. I imagine she's still alive, and I imagine she's probably pissed as hell we haven't found her yet. Опа. Ёх, твою мать. Это что, хуя что-то, что ли? А, они воюют, кораблики.
понимаю, нам надо дальше. Ой, там солдаты, блядь. Игра какая-то, блядь, страшная. Боюсь, дома зайти. Ой, меня стреляют в спину. Надо спешить. Спешу. Еще лезет что ли? Нет этого патрона. Опа! Я уехал! А я остался. А, не, я уехал. Ну ты меня поднимаешь. Е! А, надо Е нажимать. Ебать, хуй бы догадался, чувак. Ебать, еще нас взорвало, хуя опять.